Диана Гурцкая – отчаянная домохозяйка. Все свободное время певица проводит у плиты. Делает фирменный соус ткемали, варит джемы и печет хачапури. Это очень вкусно. Наша. Сейчас я ее буду раскатывать, но там здесь нужна, конечно, сила. Во время готовки Диане не нужна помощь близких. Справляется сама. Сырная лепешка своим ароматом подскажет, когда доставать ее из духовки. Тут уже запах чувствуется, надо, чтобы не сгорел. О, чудно-то как. Ну, горячо. Готово, значит. А муж Дианы, Петр Кучеренко, умоляет жену остановиться. Ведь на домашней выпечке и растолстеть недолго. А от варенья и соленья уже места нет в гараже. Огромное количество всяких банок, ткемали, сацебели, не знаю, что там у нас еще, варенье, джем. Утром блины с джемом, ребенок поел, и вот тебе нормальный завтрак. Почему бы нет? Я, собственно, об этом и пекусь. Певицы все удивляются, а Диана Гурцкая не считает себя особенной. Она, как обычные женщины, готовит, моет посуду и делает сыном уроки. Это желтый самолет. Is it a yellow plane? Правильно. Диана Гурцкая стала звездой с легкой руки Игоря Николаева. А теперь сама певица помогает таким, как она. Фестиваль «Белая трость» – фабрика звезд, только для незрячих детей. Я пою с девочкой из Петрозаводска. Очень хорошо девочка поет, мне очень понравилось. Мама послушала, моя прослезилась даже. На фестивале дети с нарушением зрения впервые выходят на сцену со звездами первой величины – Иосифом Кобзоном, Екатериной Гусевой, Татьяной Булановой. Я надеюсь, что, может быть, Диана как-то... будет как бы контролировать вообще этот процесс. И талантливых детей, которые хорошо поют, которые каким-то даром обладают, ну, как бы не потеряются они. Удивительно талантливые. Так поющие. Такие музыканты замечательные. Просто чудо какое-то. А Диана Гурцкая уверена, с этой сцены сойдут новые звезды эстрады. Не обязательно видеть глазами или слышать ушами. Главное, слышать сердцем.